7 номинаций и 6 конкурсных этапов, которые должны будут до 20 февраля пройти 34 педагога из 17 школ города. Все это начавшийся на днях конкурс «Учитель года». Традиционно в конкурсе участвуют как начинающие педагоги, так и опытные. Те, которые хотят показать себя, посмотреть на других, поделиться опытом и почерпнуть что-то новое. Как признаются сами участники, они ждут для себя новых открытий. Открытий для себя, открытий о себе, общения с коллегами и интересных результатов. И, конечно же, мы будем следить за ходом конкурса и рассказывать вам. Смотрите Соль ТВ, читайте наш Соликамск и всегда чему-то учитесь.